Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе главе Мишпатим. Дословно законы или суды. И на самом деле, вот только сейчас начинается настоящая тора все практически, почти все до того, это были чудеса пиротехники, спецэффекты, истории, рассказы, они бесспорно важны. Это как прелюдия к тому, что называется настоящая Тора, как объясняет Раши в самом начале своего комментария к Тора происходит от слова «Ораа», учение учения, то бишь свод законов. И начинается в нашей главе невероятно на первый взгляд, скукотища. Купи, продай, можно, нельзя. Но у вас наверняка возникнет логичный вопрос. Ведь только что нас вывели из Египта. По идее, мы стали свободными людьми. А сейчас опять делай, не делай, можно, нельзя. Но на самом деле именно в этих законах, именно в этой настоящей Торе, Торе, которая просто является сводом законов, и определяет 34 века назад наша святая Тора, что значит быть по-настоящему свободным человеком. Этот парадокс подчеркивается в первом законодательстве, которое нам приводится в нашей главе, когда говорится о купле-продаже еврейского раба. Вы скажете, какой раб? Ведь только нас вывели из рабства. Опять рабство, подчеркивает Тора и говорит, что настоящая свобода — это не отмена рабства, это не не сказать, что рабство не существует. Это естественное состояние человека, но свобода заключается в том, что человек сам имеет право выбирать, быть им рабом или не быть ему рабом. Об этом и говорятся эти законы. А если такая природа существует, как рабство, то ее нужно законодательно описать. А выбор всегда останется за нами. Но есть еще более важный урок, на мой взгляд, из всего, всей этой идеи, если так можно сказать, уголовного кодекса, который с этого момента практически полностью и является Торой. Рав Йосиф Соловейчик один из величайших раввинов американских раввинов 20 века, когда описывают эти главы книги Шмот, которые начинают это бесконечное перечисление заповеди в их деталях, используют слова великого Рене Декарта: "Я мыслю, значит, я существую". Но он чуть-чуть перефразирует эти слова и говорит: "Я мыслю, значит, я несу ответственность". Атеисты. Сегодня настоящих атеистов уже практически не осталось, с кем бы интересно было бы поговорить, потому что настоящий атеист — это э, на, глубоко верующий человек. Разница между верующим в нашем простом понимании и верующим атеистом — это просто в том, что э, то, что мы называем просто верующим человеком, верит в того Бога, который есть, а атеист верит в того Бога, которого нет. То и то абсолютно недоказуемо. Именно поэтому мы верим. Сегодняшний атеизм — это просто лень, это желание жить в свое удовольствие, а главное, ни за что не нести ответственность. Тора говорит нам, у всего есть причинно-следственная связь. Каждое наше действие влияет на состояние всего мироздания, всей вселенной и начинает давать нам законы, по которым эта вселенная существует, для того, чтобы мы могли быть по-настоящему свободными людьми и нести ответственность за свои поступки, а не преклоняться своему себе, самому себе как сказано, уголовный кодекс надо чтить, но незнание не уголовного кодекса не освобождает от ответственности. И, конечно, прикольно думать, что все случайно, рандомально и жить в свое удовольствие, но, и господа, по-настоящему быть свободным человеком, это значит думать, осознавать, осмысливать ту причинно-следственную связь, которая есть в нашем мироздании. Для этого и есть наши законы. Поэтому давайте будем свободными людьми и будем учиться думать вместе. Успехов. До встречи. Пока.